Плохо ты способился. Путин! А последние пару лет это является совершенно каких-то странных значений. Вообще, оно такое затасканное, конечно. Когда я писал эту песню, я в первую очередь подразумевал вот именно такую ментальность, вот такой психологический тип. Вот человек, который не способен ни прислушиваться к мнению окружающих, не способен реагировать на быстрые изменения мира, а вокруг не способен думать о будущем и к эволюции, в принципе, не способен. То есть вот такой человек, в принципе, это то, чему учат в школе КГБ, больше не учился на здоровье. Вот что такое партия.